Розмапа. Навігатор української музики. Можно, я вот такой вопрос многих ставит в тупик, вот, а я к нему готов, потому что сам брал интервью многократно и слышал, как берут другие, и часто музыканты говорят, ну что же вы спрашиваете, как же я могу сказать, у меня же их там 100 любимых и так далее. Я для себя эту проблему решил очень просто. У меня в каждом десятилетии, вот, начиная с 60-х условно, вот, дальше там сложнее, конечно, больше дебри всякие. А вот то, что на виду, начиная с 1960-х годов, у меня в каждом десятилетии есть свои, так сказать, такие вершины. Вот. Ну, в 60-е, ну, Дорс, безусловно, конечно. Вот. Битлз, я бы не сказал, что они выворачивают мне наизнанку, вот, но, скажем, такие, там есть что-то очень важное, что иногда откликается и во мне. Pink Floyd начинал в 60-е, это очень важно, потому что, ну, пока там был Сид Барретт, ну, там одна группа. Альбом или два только? Три успели они выпустить. 70-е Atom Heart Mother, это уже четвертый, по-моему, был. Вот, ну, то есть вот этот беспредел, который они творили в начале, это очень важно для 60-х, и они с Beatles в одной студии там пересекались, это, друг на друга влияли. Вот, 70-е, конечно, это, ну, для меня лично, это в первую очередь арт-рок. Вот. То есть это King Crimson, Yes, Genesis, Underground Generator, кто там еще у нас, Gentle Giants, Джетротал всякие. Джетротал, конечно. Конечно. Вот. Но параллельно добавлю еще все-таки и Black Sabbath. Mm-hmm. А для меня Black Sabbath... Ой, конечно, Led Zeppelin. Господи, ну, как же я мог такое пропустить? Вот, Led Zeppelin и Black Sabbath. Вот, вот эти две еще группы, конечно. Потому что арт-рок, он больше такой... как бы для ума музыка, вот, а рифовая, вот эта хард-роковая, она скорее больше для эмоций. Вот. Конечно, вот эти. 80-е, в свое время друг мне открыл глаза на 80-е, я их как-то так пропустил в свое время. Я, конечно, прочувствовал, что такое а-ха, Depeche Mode в свое время. Вот. Ну, Cure, конечно, чуть попозже до меня это дошло. Вот. Еще такая не часто упоминаемая, но для меня очень ценная группа Tears for Fears была. Вот. И параллельно с этим всем, то есть это новая волна, пост-новая волна, романтика всевозможная. Вот. Ну и, конечно, Металлика. Вот. Потому что при всем том, что вроде бы такая, как это принято говорить, раскрученная, распопсованная группа, вот, я считаю, она гениальная совершенно. Потому что она какие-то, ну, такие далекие для поп-индустрии. А это популярная группа, как бы надо называть вещи своими именами. Она играет рок-музыку, но она популярная, поэтому она принадлежит поп-индустрии. Вот они такие глыбы впихнули вот в поп-индустрию, и это миллионам людей понравилось, вот, что я снимаю шляпу просто так, что не хочется ее одевать, кстати, обратно. Вот, это великая группа. В 90-е Massive Attack. Вот меня это так потрясло в свое время. Даже больше, чем Prodigy в свое время. Вот, гранж, естественно, но это второй слой. Вот, конечно, особняком во всем этом стоит Nine Inch Nails, вот, потому что это совершенно уникальный проект. Но Nine Inch Nails — это не только 90-е, это и 2000-е. Ну да, сейчас, они же разошлись, потом сошлись. Да, да. И этот человек уже два десятка лет, уже 25, там, он абсолютно не теряет тонуса, он интересен, трендовый. Саундтреки пишет, по чуть-чуть. Да. Вот. Ну, 2000-е, там винегрет начал.